Прокуратура города поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Новочебоксарска, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека. 3 октября 2020 года житель Новочебоксарска, управляя автомобилем марки Kia Rio, допустил грубое нарушение правил дорожного движения, не уступив при этом дорогу попутному транспортному средству, имеющему преимущество движения, то есть допустил столкновение с мотоциклом марки Suzuki, в результате чего водитель мотоцикла был доставлен в больницу, где впоследствии скончался 14 ноября 2020 года. Вину подсудимого совершения данного преступления признал в полном объеме, с учетом смягчающих и отсутствием тягчающих обстоятельств. Суд, согласившись с позицией прокурора, признал подсудимого виновным на совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения, а также с лишением права заниматься определенной деятельностью в виде лишения права управления транспортными средствами срок на 2 года с момента отбытия основного вида наказания. В данный момент приговор в законную силу не вступил.